Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я веду Россию-матушку со столицей в Киеве в Sidmer Civilization 6 Gathering Storm к светлому будущему. С последним обновлением, с режимом варварские кланы, с ним знакомимся. Ну и рекомендую начать смотреть с первой серии, ссылка на которую есть в описании. Потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну, а спонсоры все видят сразу в сообществе. Кстати, смотри, что тут Колизей будет у Гала. Хорошее чудо, в принципе. Вышли в золотой век в промышленности. С нами только Вьетнам в золотом веке. Всех остальных проблемы. Так, давайте думать. В принципе, уже кампусы я построил. Уже будут давать бонусы, да? Плюс... 10% к строительству чудес можно взять. Здесь живут драконы. Я не собираюсь ставить города на континентах. Точно нет. К оружию. Но я уже воюю и не строю армию. Я ее покупаю за веру. Поэтому мне тоже кажется нет. Реформа денежного обращения. Но мне денег и так хватает. Так что давайте пульс паровой машины. Производство это всегда приятненько. Всегда в тему. Так, давайте, значит, закончим с этим городом. Сразу сахар обработаем. Заодно здесь захватим, наверное, рабочего. Так. Пишут, что отваливается. Странно. Ну, потому что столица скорее. Ну, минус 4 нормально. Это терпимо. Так, город, естественно, мы сохраняем. Монумент я сразу куплю, чтобы уменьшить отваливание. И ремонтируем амбар с водяной мельницей. Так, и, в общем-то, ведем сюда... Блин, две полевых пушки. Надо построить. Давайте его первые балеты открою. Так, а две полевых пушки после индустриализации. Пойду, я как раз, наверное, успею этих форты сделать. Давайте здесь. Да вот здесь так, вот так и сделаю. Тут один форт. Покалечимся. Не покалечимся, а пока лечимся. Против дальнобойных и осадных. Давайте против антиквариума. Я там видел, у него есть вон стрельцы и пикинеры. Это неприятно. Так, тут у нас... Наконец-то 16 жителей и ставим в очередь кампус. И ромашка моя будет завершена. Давайте, наверное, сюда встану. Так, этого писателя, кстати, пока некуда. Наверное, сюда поведу. Тут у меня будет... Театралочка. Да господи, да дайте вы высадиться, да вы прикалываетесь. Они просто бегают по территориям, не дают мне высадиться никуда рыцарям. Давайте, наверное, тут побережье сделаю. Тикси растет. Может, на еду переключить лучше? Ну, вот так, я имею в виду. О, один ход, зашибись. Просто буду стоять.
Библиотека. В Кронштадте, пожалуй, универ. Что у нас уже много послов сидит в научных ГГшках, которые как раз на универ будут работать. Художественный есть еще один. Стоит ли в Смоленский пригород? Ну, кстати, плюс 6. Если... Ну, я бы здесь, конечно, какое-то чудо построил, если вообще это возможно. Я вот не помню, может ли там какое-то чудо еще влезть. Венецианочка. Ну, банки давайте, да, банки. Так, здесь мы казаков. А вот в Кронштадте, наверное, бомбарду. Вот этих объединить корпуса. Надо дождаться, он дает же плюс перемещения флотоводец. Надо дождаться, чтобы он был в радиусе. О! Блин, фигово, я хотел с ней в союзе быть. Ну, вообще, я могу и просто объявить войну и ее апостолов мочить. Удваивает очки. Давайте за... Давайте... За художников, пожалуй. Юниты с указанным типом плюс 5. Ну, мне надо за кавалерию, за казаков моих. Так, давайте мы попробуем, чтобы и то прошло. Как-то вот так. Вольемся прям по максимуму. И... Не начисляются полководцы, а вот легкая кавалерия прошла. Отлично. Первый в мире город, который пригород построил. Канализацию открыли. Сейчас, ну, уголь, мы уже знаем, что уголь у нас точно как минимум один есть. Дополнительная культура от здания этого типа. Большой театр я бы построил. Так, художника нанимаем, несомненно. Кстати, я бы Эйфеля, Густава, нанял бы. Формальный повод объявить войну Вьетнаму. Ну, не вижу я ее апостолов пока. Если бы были, я бы ему, ей реально объявил войну. Так, давайте потихоньку... Блин, ну не должен мне убить казака, если я сейчас убью. Я даже отойти, наверное, смогу. Вот так. Не знаю, зачем я проатаковал. Просто посмотреть, как больно мне будет, наверное. Видите, стреляется пикинер так прилично бьет. Ладно, я вот тут пока располагаюсь по границам. Еще одну.
Есть баллистика, апнем арбалетчиков в пушечке, как раз вот у нас и будут две пушки. Есть православие в Алезии. Отлично. Два посла. В Занзибар. О, блин, я перестал быть Шенгети, Шенгети. Тут обязательно... Но я должен быть сюзереном Шенгети. Это куча веры от караванов. Наска пофигу, Наланда пофигу. Я вообще могу уже с Вавилоном мириться. Я как бы все, что я хотел, я сделал. Или потом просто его по накатанной после гала захватывать. Он тут не выглядит в этой партии сильным. Ладно, в Занзибар давайте отправим. Прошу, денежка сверху капала. Давайте, наверное, все-таки карточку поставлю на караваны. Учетные банки. Потому что у меня в Колумбию сейчас дофига бегает. И вот теперь я, наверное, на скидку в золоте рисую. Сейчас у меня просто пушки следующим ходом будут. Так, и теперь смотрим, куда эту отправить. Блин, у меня как раз с Панамой союз закончился. Так, и вот с ним экономический. Да блин. Так, норм. Так, теперь смотрим. Пана... Не, богата даже получит. Ну, потому что тут больше производства. Видите, чтобы он в радиусе был. Плюс один очкам перемещения, когда он в радиусе находится. Поэтому будет быстрее. Копирок плавать. Ну, повысим. Он там стоит. Просто стрелец. Так будет стрелец и пикинер. Вау. Все прикалывать. Ладно. Этого я, наверное, смогу рыцарями завалить. Блин, еще 5 цивилизаций. Сколько там? Или 3 не встречено. Да, всех рабочих вниз будем улучшать сельское хозяйство в наших новых краях. Кстати, раз мы захватываем, давайте, может, уже переименовывать захваченные города. Как мы там называли? Ну, Калининград, Советск, как-то неприкольно вообще. Давайте этот будет Русск. Не знаю, есть ли такой город. Это я просто уже сам переименовываю. Типа первый захваченный русскими город на этой планете. Давайте вероятность побега. Есть пригород. Теперь, в общем-то, можно театралку, наверное, сначала.
а потом уже аквапарк. Театралку, чтобы было куда шедевры бывать, а то у меня этих юнитов немерено. Непонятно, что с ними делать. Так, уголь у меня появился, кстати, это значит, что этот корабль стал лечиться. Значит, уголь у нас точно вот здесь, да, как я и говорил. Давайте еще посмотрим, где он еще может быть. Угу, вот еще уголь, но, к сожалению, ведь не дотягивается пока. Уголь у Антананариву надо бы. О, тут у короче, Самарканд надо будет забрать все-таки. Не знаю, что я так все... Нет, 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 нет. Блин, вот видите, он правильные юниты делает, чтобы меня... Чтобы мне больно было. Не будем помогать Василию. Надеюсь, остальные проголосуют против. Хотя, мы бы проверили, остался этот баг. Ну, это не баг, это что-то у них не подсчитано там. Тадж Махал принято. Так, сейчас посмотрим. То есть сейчас у Василия должно быть куча бабла теперь появляться. Так, полевая пушка, кирасиры. Можно апгрейдить. Ну, тут бы я, наверное, не менял. О, рыбацкие суда еще производство получили. Да, тут бы я пока оставил. Как есть, что, во-первых, нам две пушки надо. Так сделаю. Выжженную землю открыли. Тут тоже мы, пожалуй, ничего не меняем. Почему я подвинул, чтобы вот сюда подвести раз бомбарду и объединить. И вот эту бомбарду сюда и объединить с этой. Дальше я бы этого рыцаря теперь съездил, проапгрейдил в кирасиров. Фабрика. Пшеницу, кстати, и черепашку обработать. Так, сюда отходим, апгрейдим. Сюда отходим, апгрейдим. Тут просто дурниной скачем. Ну, смотрим, что тут есть вообще. Чем бы поживиться. Тадж-Махал. Наверное, сначала фабрику, а потом и театралочку. Это же к Казани относится, я это, значит, передадим. О, кстати, уголь... Уголь присоединился. Тут уголь надо обработать, конечно. Так, значит, в очередь театралочку на плюс 2. А потом и развлекательный комплекс. Вот так сделаем. Она же в тундре ферма не строится, да? Да. Вот для пустыни есть Наска, да? ГГшка. Почему для тундры нет никаких ГГшек, которые могли бы улучшать тундру? Что, с Наландой повоевать немножко? Пообстреливать ее, пока она в войне со мной. Или мне с Вавилоном мир заключить? Да не, пока. Мне кажется, бессмысленно.
А как другие вообще? Кто-то с кем-то еще воюет, кроме меня? Да, Византия продолжает воевать с Майя. Майя, кстати, и с галлами тоже воюет. Колумбия воюет и с Вавилоном, и с этими. Вьетнам ни с кем не воюет, и Корея тоже. Может, верфь и купить. Так, откуда у нас. Наверное, из Петропавловска не бегает караванчик. Я бы из Петропавловска отправил. И здесь пошли астрономия, научная теория, даже так сразу. Кстати, и паровой двигатель можно, а потом экономика, я думаю. А, стоп, у меня не будет Вабанка, у меня, по-моему, только один центр коммерции вообще. Мне в Русске надо еще коммерческий район. Кстати, в Новгороде нету коммерческого района. Вот в Новгороде нужен ком-центр. Что тут жалко, потому что здесь можно фермы классные поставить. И тем более тут улучшенные, видите, территории. А тут холм. Может сюда поставить? Наверное, сюда поставлю. Ну ладно, подождем пока. Подождем. Так, мобилизацию, конечно же. Заканчиваем. Тут стоим, ждем появления театралки. Так, кто там кому войну объявил? Ну, какая-то ГГшка, да, видимо? Наланда опять, что ли? А, она... Понял. Ладно, у меня 177 науки, и в принципе я уже всех догнал. Хотя мы не лидера по науке не встретили еще. Дворец Патала, я бы. Так, какой у нас теперь уровень? Все еще плюс 3. А, это достаточно, по-моему, или каждый уровень все-таки добавляется? Я вот не помню, между прочим. Ладно, давайте подходить. Нам надо размещать бомбарды. Блин, я боюсь вот сюда бомбарду ставить. А только в соседней клетке, да? Казаки имеют бонус к силе. Но зато у нас военные советники, резолюция прошла. Кстати, тут дамба у Русска тоже классно. Так, что-то у меня уже... Так, этого, наверное, сюда отправим. Уже негде писателей использовать. О, уже не отваливается даже. Кайф. Вообще. Я бы сюда не лез, я бы тут бы оставил, просто потому что он атакуется, ну, считать только с двух клеток, а вот сюда я бы уже не ставил юнит. Там уже опасно. А тут постоим. Блин. Занял место для пушки. Так, кстати, мы эти пушки, наверное, как раз в армию объединим.
И в Казани можно... В Казани можно двух казаков купить. Вот в этот раз уже не корпуса, потому что у нас откроется мобилизация, и эти два казака будут армии создавать. Почему покупаю в Казани? Потому что там у них сразу плюс 25% опыта за счет конюшен. Блин, надо было арбалет обстреливать. Фига себе, некуда отправлять. Потому что нету гавани тут. Просто не добегает никуда караван, блин. Тупанул. Ладно, давайте из Кронштадта. Тогда... Ну, тут... Катапульта идет Новгород брать. Это будет долго, конечно. Блин, под выстрелы двух этих. Попадаю. О, закончена ромашка. Смотрим. 10 производства, 6 науки, 12 производства. Ну, только получилась театралка с этим. С лаврой не очень. Даже центр коммерции на 4 денег в итоге. Преслов. Преслов, кстати, возможно, ну, даже оригинальная ГГшка, не кланом поставленная. 4 посла. Ну, можно в Рапануи, чисто чтобы опять... Но, опять же, у меня культуры вообще, в принципе-то, дофига. Гонконг. В Наску можно просто до 6 довести. Например, так, плюс 7 веры в ход. Ну и пока все. Просто держать послов для... Если кто-то сюзерена у меня отобьет. И на Антананариву мне уже дает 24%. Просто 40 культуры чисто от Антананариву. Аютхая там немерено что-то дает. Просто мрак. Так. Руск давайте поставим на... А, прости, он же не может расти, пока я там их захвачивал. Ладно, давайте производство. Тут, в принципе, деньги опять не нужны, поэтому можно все улучшать. Хай-тикси растет. Так. Так, правильно. Еще тут, видите, я обработаю. А, у меня рабочего больше нету. Ну ладно, Тикси потом в будущем сделает. О, тут повышение доступно. А я не хочу что-то мир с Вавилоном заключать, не знаю. Не нравится он мне. Да, ну короче, смотрите, в этой партии так получилось, что Вавилон зажат между двумя цивилизациями, и из-за этого у него развитие не задалось. В прошлый, там, где я за Вьетнам играл, там я, собственно, был единственный сосед Вавилона. Ну, кстати, сменим содержание. По-моему, мне больше апгрейдить ничего не надо. Блин, я опять... Вот, я вспомнил, что я опять апнул каравеллы, и они меня вообще не плавают. Тоже вот хрень, да? Не, где тут еще? Где он был тут? Тут что ли? Блин, а где я каравеллу вторую-то апал? Или вторая все-таки плавает? Во. Так. Броненосец. Буду грабить. Ну что, у меня уже 193 науки, тут только на 15 науки больше у Кореи. Она находится
Вот тут где-то получается Корея и Майя. Не, подожди, это не Корея, это Вьетнам там находится. А вот в принципе, да, и количество технологий. Вот мне этого найти. Я, кстати, думаю, что это скорее всего американец. Америка обычно что-то по науке валит на божестве. Что-то мы еще не нашли Америку, Францию, Эфиопию и еще какую-то цивилизацию вот из New Horizons. Пэс. Киев, Библа, универ, конечно, потом фабрику. Икси, амфитеатр. Может, уже пора археологический? Или все-таки все еще художественные? Я ж явно художников. Так, когда там художник, давайте глянем. Будет зависеть от того, сколько быстро художник. Ну, вообще не скоро. С другой стороны, у меня археологи не открытые. А я пойду их открывать, в общем-то. Пошли мы тут в идеологии. Давайте, наверное, археологически, ладно. Так, промышленная зона в Казани. И на сколько она у нас получилась? На 8. У меня еще и верфь 8 в Казани дает, тоже нормально. Слушайте, а вот сюда случайно кампус нормальный не встанет? Ну, чтобы Казань... Ну как нормальный? Он будет... Плюс 2, что ли? Кирасиры бегут. Объединяю с этим, чтобы немножко как бы полечить его, понимаете? Чуть лечится. Первая армия в мире, что ли? Так. Значит, обстреливаем. Блин, 84. Это уже тяжеловато, кстати. Так, тут объединим, наверное, с этим казаком. Подходим. Пробуем убить эту катапульту. Вот так убьем. И тоже в армию. Три армии готовы, отлично. Тут у нас лечение было. Я бы, наверное, сюда... Блин, тут... Смотрите, если я сюда встану, то юнит обстреливается с 5 клеток. Видите, из Лизьё, из Адуатуки, из этого военного лагеря, из этого военного и из этого военного. Смотрите, не научили галов строить свои вот эти апиды. Только 2 апида, зато, блин, военных лагерей настроил немерено. Спрашивается, зачем? Блин, реально полмира еще не видно. Просто полмира нету. Да, ну так это больно. 84 Адуатука. Ну, в самолеты надо идти. Видимо. Каракас, типа, мне интереснее производство. А, Аншан, кстати, хочет... Давайте в Аншан. Хочу точность, чтобы его не перекупали. Плюс 2. Норм. Так, что мы в русские... Какой кампус у нас тут? Плюс есть плюс 4. Кстати. Давайте кампус. Конечно, 18 ходов, ну. Сейчас вырубим, там что-нибудь подделаем еще. Пожалуйста, вот обработаю. Сюда подходим, что там кирасиры есть.
Так, ждем, наверное, все-таки пока Магнуса качаю. Фингалу на гранты еще не хочу. То есть поплыли куда-нибудь туда в сторону, может найдем кого. Кронштадте я бы верфь. Так, и следующим ходом мы сможем еще какой-нибудь район строить. Давайте, наверное, рабочего я здесь построю пока. Верфь плю. Мастерская, фабрика. Черепашек обработали. А у нас в Кронштадте никакой фабрики нету. Ни на ртуть, ни на черепахе, да? Я, наверное, вот этим рабочим вырублю лес и тут фабрику на ртути поставлю. Так, ну инквизиторов нам пока негде использовать. Просто тут встану. Да, слушайте, надо в самолет идти. Нужна ли мне вообще паровой двигатель? Быстрее юниты по воде плавают? Ну, такое... Банки я не ускорю. Я бы, наверное, просто в авиацию шел. Что у нас? Чудо промышленной эры. Ну, это рурка, как минимум. Рурку я не вижу, где я могу поставить. Рурка рядом с промышленной зоной и рекой должна быть. Тут у меня, видите, все занято. Ага, вот тут рурка ставится. Тут рурка. Ну, тут, короче, рурка ставится. Есть у нас? Есть. Так, вот Эйфеля надо забрать, тем более с Геликарнасом. Давайте посмотрим, нам в Казани рурку ставить. Так, 59, либо в Новгороде. Тут 49. Надо будет в Казани ставить. Ну, по-моему, там не важно, что... Типа пишется, рурка должна быть соседство с фабрикой того города, где вы ставите рурку. Но на самом деле... Подождите, ее построили, что ли? Ее, похоже, построили. Фак. Точно построили? Так, Рурская долина. Ну, я ж не все вижу, конечно. Да, так ее не видно. Ну, если она недоступна, значит, ее построили. Так бы она была... Типа... Не подсвеченной просто, понимаете? Да, странно. Я пропустил это дело. Кого убили? Бомбарду все-таки, да. Он, видите, обстреливает бомбарду. Так, ну, капер, пойдем ремонтировать. Ну, нету смысла идти... Как мне кажется, в арту, если ты можешь пойти в самолеты. Аквапарк. И археолог открылся. Так, вот полечимся, пожалуй. Я не собираюсь на Ланду забирать, а просто есть возможность ее грабить и воевать, почему бы это не... Самарканд мне войну объявил. Вот оно чё. Так, раз, два... Не, ну если я сюда встану, убьют меня мушкетеры. Давайте сюда встану, чтобы не грабили. Сюда я пушку поставлю пока. Наверное, проатакую. Какая разница?
чисто прокачиваем броненосец. Так, видите, не могу устроить театралку, потому что там стоит угольную, плюс 10. Тоже угольную, тоже плюс 10 еще к производству будет. Let me not then. Так, 3 серебра у меня есть. То есть здесь, если что, тут в будущем можно корпорации ставить, но монополии, но у меня нету торговцев пока. Кстати, вот Адама Смита можно будет использовать на какую-нибудь монополию. О, наконец-то Петропавловск истинную веру сейчас примет и получит бонус к производству от лавры. Так, что-то я тут пока больно тыгодымкать. Пойдем домой. Со мной Наланда воюет. Занзибар. Ну, с Самаркандом на самом деле я бы даже повоевал. Только надо юниты там купить. Занзибар, ну хрен с ним. Наверное, никуда не будем пока пихать послов. Давайте в Казани. Раз, два. Вот нужна армия. Вот, то есть еще две. Кстати, а сколько стоит сразу армия казаков? 650. Видите, насколько выгоднее, чем по 3 казака? 3 казака это, считайте, где-то на... На больше, чем на 200 веры. Больше, чем надо. Давайте я, наверное, куплю здесь армию все-таки казаков. Хочу с Самаркандом разбираться. А потом уже буду потихоньку по одному. Кстати, по одному можно и здесь покупать. 285 не, а лучше в Казани, потому что, еще раз напомню, она опыт дает. Кассу построили. Раз, источник историческое место. Два, я тут археологический музей открываю пока. Строю. И здесь надо будет археолога купить, наверное. Соликамский недостаточно. Да, давайте на производство переключимся. Так, что у нас с ресурсами вообще? Есть ли чем торговать? Всех по единице. Просто смешно. Ну, черепахи у меня у самого есть. Да, торговать нечем. Тут надо бы, кстати, вино пойти обработать. Я, наверное, куплю здесь рабочего. А с другой стороны, пройти 340... По-моему, 600 археолог стоит, а там еще два хода, наверное, хватит мне денег на покупку археолога. Пускай я такой, я буду... Блин, убили просто... Короче, две бомбарды... Ну, 86 силы, бомбарды просто никакие. Так что один город мы взяли ей, ими и все. А он там захватил. А, это я отправлял уголь, что ли, да? Уголь отправлял обрабатывать. Наверное, сюда встану. Он не сможет далеко уйти. Уничтожен, захватили, дождь. Так, довольство уходит.
успешно похищено 304 денег, мгновенно обосновывается и подрыв плотины. Ну, против компьютера подрыв плотины как-то так. Так, пошли. Виноград обрабатывать. Лечимся. Давайте так отойду, чтобы он меня не обстреливал, пока я апгрейдюсь. For a friend within them. Так, все амфитеатры заполнены. Какой-нибудь шанс вообще культуры попробовать победить есть? Это, кстати, впереди. Это интересно. Разграбим. Это плюс 3, просто если вы выше имеете разведданные. Давайте глянем, какой у нас сейчас с галом открыто. Статус влияния на города государства, открытие социальных институтов, исследовательских технологий, обучение поселенцев. Так больно он тут мне. Так, надо спуститься на воду. Есть православие. И тут плюс 12 производства. Ей, так, в Казани мастерская. В Новгороде мастерская. Кстати, а чё я универ тут не достроил? Это странно. Так, один ход там археологический, еще тут строить. И я бы здесь... То есть, что я тут хочу? Во-первых, промышленную зону, очевидно, здесь надо ставить. Да. Дальше. Театралка. Нет нигде. Лавра. Нет нигде. Аквапарк не хочу. Что-то я заповедники, кстати. Я ж, наверное, мог еще в Тикси попробовать заповедник. Что-то я вообще забил на это. Ну да ладно. Ладно, я тут один ход пропущу в Кронштадте. Там лес вырубит. В Петрограде все строится. В Новосибирске все строится. Просто пропускаем ход. В Кронштадте на строительство. Так, а тут тоже холм? Тоже холм, кстати, тоже можно вырубить. Сколько зарядов? 3. Тут один. Давайте сюда пойдем. Поможем в Кронштадте. Ну там просто... Гал просто юниты об меня убивает. Так, еще войну объявил. А, Наланда опять вернулась. Там кто-то периодически Наланду убился об моего класс. Просто мушкетер убился об... If you don't read the newspaper, you're uninformed. Накапливается Бродвей. Кстати, мне Бродвей и Эрмитаж надо бы построить.
Не хочу я тут больше увеличивать эту. Давайте перебросим. Ну, теперь, кстати, имеет смысл перебросить его во Вьетнам. Мы там явно не будем. Союз очень не скоро. Так, здесь вырубаем, ставим промышленную зону. Киеве фабрика. Угольная электростанция. В принципе, так, Эрмитаж нет. Не хочу там Эрмитаж. Кстати, кто там этот же строил собор Василия Блаженного в этом? Передумал, что ли? Что с компьютером не так? Я не помню, в каком-то из этих... В Антиохии. О, а, достраивает. Кайф. Молодец. Так, тикси археологические. Тут я... так, у меня, собственно, нету жителей, да, для еще одного района. То мне надо, чтобы аквапарк поставить, 13 жителей. Ну, рабочих. Тогда пока рабочих тут. А, археолога покупаем. Прокачаю пингалу на гранты. Мне кажется, что я тут уже сейчас буду после строительства угольной фабрики в Киеве просто фигачить гранты. Безостановочно. Лечимся, пожалуй, отойдем. Докачаем уже до последнего уровня. Разграбим. Так, в Казани еще как минимум два казака. У нас по великим людям надо бы попробовать Эйфеля все-таки уже выкупать. Там вот Сарюмая приближается. Ну, то есть какие-то чудеса-то построим все равно. Рабочий сюда идет, писатель сюда. Достраиваем театральную площадь. Не, ну пушку уже не так будет легко убить, как бомбарду. Но она и наносит 4 урона всего лишь. Конечно. Так себе. Это Самарканд Наску атакует? Ладно, давайте заступимся. И просто ему все юниты убьем. И что с этим миссионером делать? Петропавловск мы обратили. Плыли обратно. В Смоленске угольная. Пригород. Пригород. Кстати, все-таки пригород имеет смысл. Может, тут где на плюс 4. Тут я все надеюсь какое-то чудо построить. Давайте мечеть один ход и пригород сюда. Кампус готов. Библиотека. Идеологию открою, там я карточки поменяю. Не, ну он мои юниты тоже ничего не может с ними сделать. Пускай атакует. Качается, не знаю. Больше я качаюсь скорее. Ого. В Киеве партизан удалось завернуть. Да вы. Это вьетнамец, судя по всему, кстати. Ну это охренеть. Flight, will... Так, пора аэродромы строить. Знаете, я вот так пойду здесь. Так, этот у нас... Да, блин.
Не добивает. Вот это плохо. Тут он мне проблем сделает. Отошел, чтобы под выстрелы не попадать. Так, катапульту добьем. У нас вообще как-то армии нету особо. Амфитеатр. Дождем один ход. Казани фабрика. Да, интересно, как я все-таки Рурка упустил. Если кто видел в записи, кто построил, то сообщайте. Блин, у меня, кстати, аэродром негде строить. Может, мне в Смоленске... Ну, я, наверное, в Смоленске здесь аэродром построю тогда следующий. Ну и вот эта жопа небольшая началась. Блин, классный торговец. Я бы его взял. Выкупил за веру. Потому что игрушка как бы дополнительный ресурс, считайте. У меня тут со счастьем постоянные проблемы. Прям даже фабрику могу делать, видите, в Новосибирске. Сюда встану. Да, хочу, а этим тут как раз шахту. Так, вот у нас историческое место. Этим, наверное, поплыву к византийцу, там полечусь. Кстати, надо возобновить и дружбу, и союз. Давайте военный. Так, он воюет с Майя. А, да, ни Гала он не видит, ни Вавилон. То есть военный союз бесполезный я заключил сейчас. А вот и Америка. Ну что, он первый по науке? Нет, 84. Это не он, кстати, тут. А нет, это он был лидером когда-то. Теперь уже я лидер по науке. Ну, я считаю, что я лидер по науке. Хорошему. Так, есть им чем поторговать? Вообще, вообще ни одного ресурса просто. Да, что? Что-то странное. Так, пошли в радио. Мы даже, наверное, электричество открою. Не, вообще, наверное, будет зависеть от того, какой у меня алюминий. Будет ли алюминий, тогда... Наверное, все-таки в самолеты пойду дальше. Так, угольную тут нет смысла, всего лишь плюс 2 будет давать производство. Рабочего тут надо. Петропавловский, Камчатском, полночь и университет. Чего он так к этому стрельцу пристал, не понимаю. Все, тут практически уже не осталось армии у Самарканда. О, так, вот это мы стопудово меняем. Кстати, обратите внимание, что плюс 100% к производственной площади, когда мы откроем идеологии, то плюс 100% к кампусу и промышленной зоне уже становится все-таки желтой карточкой. Сколько у нас? Угу. Поставим на уголь. Так, а улучшение юнитов нам уже не надо.
Поэтому, ну, это содержание юнитов пока. Или может... Кстати, можно еще плюс 4 к боевой мощи нерелигиозы против иноверцев. Потому что галы иноверцы. Кстати, да. У них другая религия, видите, распространение. То есть, ну, другой. И оно сейчас, кстати, должно работать. Да, сейчас гляну. Нет, что-то не вижу. Хм. Все-таки не считается иноверцами. Тут золото, ну, нормально, пожалуйста. Можно взять. Кат становится. Так, у нас тут еще следующая эпоха не начинается. Не, не буду атаковать. Ремонтируем пригород. Я прокачал же на гранты, да? Ладно, пока отремонтируем, дальше посмотрим. Здесь размещаем писателей. Тут подходим потихоньку к... Так, тут у нас еще... Получается, вот эта одна клетка осталась для геликарнаса. Ну, все равно пока строителей продолжу делать. У меня все равно пока не хватает жителей для аквапарка. Так, что с Эйфелем? Ну, следующим ходом куплю его за веру. Блин, столько этих пустынь. Давайте янтарек обработаем. Наверное, полечимся. Золото, это значит 250 мне сейчас дадут? Да. 250. Тут пока тоже полечимся. Здесь к Византию плывем лечиться. Я вылечусь и все-таки к этому острову вернусь. Так, ну давайте искать, какие у нас тут еще цивилизации остались. Вот. Те самые три, кого я не нашел, их нашел Америка. Значит, они на этом континенте, очевидно. И пока... Так, Шенгети. Опять у меня кто-то пересюзеренил. Наланду не трогаем. Аншан я сюзерен. Ну, все зашибись. Скоро мы уже, кстати, будем тонуть. То есть мне бы открыть радио, авиацию и в компьютеры пойти. И просто за счет валеты... все купить. Так, что здесь? У нас есть один археолог. Как скоро у нас будет художник? А, давайте пока мечеть. Не знаю. Не понимаю, что мне там лучше строить. Наверное, коммунизм примем. Ну, за Россию же играем. Я даже чисто... О, у меня союз с кем-то. А, это я с Византией уже перезаключил. Чисто потому, что за Россию играем. Никакого мира. Этот континент весь русским будет, я так считаю.
какого-то... Ну, наверное, уже можно теократию. Я понимаю, что скидка на 15%, но... Ладно, сейчас давайте глянем, имеет ли мне смысл... Так, во-первых, мы Эйфеля купим. В любом случае. Так. Этих прибили. Отремонтировано. Ну, я бы тут... Где у нас статуя свободы? Христос Искупитель. Но у нас нету реликвий. Эрмитаж не здесь надо строить. Но я бы на Эрмитаж, на Большой театр и на Бродвей сейчас попробовал Эйфеля использовать. Значит, тут получается у нас исследовательские гранты. В Киеве. А, так меня Пенгалу убрали. Зашибись. Собственно, вот. И варвары ограбили Кронштадт Аншан. Ну, давайте в Кронштадте купим торговца сразу. Кстати, меня это устраивает в том плане, что он мне немного приносил, я же его туда отправил, только чтобы посла получить, и все. Так, пошли к Самарканду, пожалуй. В Самарканде, я так понимаю, армия вся здесь. У Наски. Так, опять строители. Тут мы подплываем. А, стоп. Мне не надо покупать клетки. И что, он не к Тиксе относится? Кайф. Кстати, надо опять же проверить эти все клетки, потому что... Так, тут нам, собственно, ничего никуда передавать не надо. Что в Киеве? Но эту клетку некому передать, что в Смоленске. Ну, примерно то же самое все. Нет, тут никому ничего передавать не надо. Наконец-то... А, неизвестный игрок Василия Блаженного. Ну, я виноват, что не построил Василия Блаженного, конечно. Но, по-хорошему, хорошее место для него было только вот здесь. А сюда вести великих этих инженеров — это так долго. Просто так долго. Второй уровень с Колумбии. Химию ускорили, двигатель внутреннего сгорания, извержение. Так, прокачали. Тут стоим, лечимся пока. Давайте Наску, может, пообращаю. Есть возможность. Так, что у нас тут с юнитами? Это бьют больно. Мои юнит, моих юнитов. Ну, так пока постою. Значит, тут строители завершили, нам надо 13 жителей, чтобы развлекатель... Ну, аквапарк, аквапарк. Скорее поставить. Я хочу все-таки тут аквапарк в этом городе. Да. Аквадискотека. Аквадискотека. А, так. Блин, вот здесь не хватает. Я думал, я смогу... Развлекательный комплекс, а тут жителей не хватает для него. И для аэродрома. У меня, кстати, не хватает реально жителей для аэродромов. Ну, раз нам не хватает жилья, давайте я пригород здесь под... Под вулкан поставлю. Ну, видимо, продолжим все-таки строителей делать. Просто Тикси, у меня какой конкретно город, в котором чисто строители создаются. Плюс здесь производство угольное нужно. Фабрика.
Так, промышленная нет. Кампус тоже нет. Ну, может, все-таки. Может, все-таки кампус построить? Хоть плюс один будет. Ну, не знаю, как-то вообще странно. Военный лагерь не хочу. Промышленная зона, ну... Как-то аквапарк тут тоже не нужен. Не, не хочу, не знаю. Не нравится мне это все. Давайте еще одного рабочего тогда. Есть маска, тут скачет всадник варваров по пустыне. Должен, кстати, по идее, успеть кругосвет. А, 10 ходов осталось. Так, ну вот теперь надо все-таки принимать коммунизм. Так, открою охрану природы. Открою охрану природы, потом профессиональный спорт пойдем. Два развлекательных комплекса, кстати. Надо бы... Так, меняю теократию, да. На коммунизм. Религиозные юниты. Пока улучшение не нужно. Доход от мародерства не хочу. Даже не юнитов прошлых эпох. Ну, тоже можно поставить против гала. Вот меньше боевой мощи терять. Я вот это все-таки лучше сделаю. Так, а здесь... Ну что, посмотрим рационализм сколько даст. Но у меня, в принципе... Ну, 40 дал. Но я уже лидер по науке. Просто уже лидер. Там сверху... Это границы американцев? Нет, это границы Франции. Есть посольство и торговать нечем. Кстати, американцу... А, он уже нас осудил. Так, ну у нас осталось... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Две цивилизации не встречены. Ух ты, уже убивают корпус кавалеристов. Ну надо отступать. Тут только самолетами теперь это все берется. Так, я в Казани сейчас буду аэропорт строить, и в Смоленске буду аэропорт строить. Это точно. Не буду менять на алюминий, ну просто потому что я не знаю, есть ли у меня алюминий в принципе. Так, значит, в Казани... А, блин, у меня жителей не хватает. Ё-моё, всё это как-то вот в это упирается. Так, надо Казань вырасти 3 хода, и в Смоленске, по-моему, у меня жителей, или хватит уже? А, хватит, отлично. Ставим тут аэродром. В Казани 3 хода подождем. Да, ну тут надо просто отступить уже. Там он мне ничего сделать не сможет. Пожалуй, здесь где-нибудь встану, вот так, а этого сюда. Ну, может мне убить, кстати, этого миссионера. Я лучше не буду пока высаживаться. Не хочу терять влияние
православие. Так, Казань 3 хода растет. Нам надо, чтобы оно выросло. То есть надо что-то 3 хода построить. Пригород, да нет, там жилья дофига. Кстати, что у нас с Эрмитажем? О, можно вот здесь Эрмитаж. Тогда здесь театралка, кстати, встанет хорошая. Когда-нибудь. Я все равно буду аэродром сначала в Казани строить. Ну, кстати, давайте Эрмитаж. Что? Мы его сейчас быстро, благодаря Эйфелю, сделаем. Так, нам еще Бродвей. Какие у нас там еще чудеса? Нам нужен Бродвей и Большой театр, так? Тут Бродвей, ну здесь я хочу развлекательный. Большой театр и Бродвей только здесь строятся? Рапануи. Катуса. Ну, мне кажется, в Рапануи мне точно не надо, а остальные все, что я хочу... Засюзеренить. Ну, на ланду могу, конечно, но мне кажется, нафиг. Нет, пока никуда ничего не отправляем. Так, здесь мы начнем с обработки крабов. В Кронштадте... А, из Кронштадта мы... Ну, да. Каракас. Просто больше производства дает. Ну что, попробуем Самарканд захватить. В принципе, выглядит так, что мы его даже так неплохо берем. Всего лишь 59 сила. Кстати, можно тоже к Самарканду перебрасывать. Ну, в Тикси все обработано. Все, что можно было. В Киеве, кстати, тоже. Давайте, наверное, в Петроград отправлю этого рабочего. Сейчас надо починить лошадок. О! А, вот еще Хубилай был. Точно, не мог вспомнить. Ну, значит, остался только Эфиоп. Смотрим. Да, тут я опять лидер по науке, конечно, во все. Строители завершены. Кампус. Негде ставить. Хотя вот есть плюс 2. За счет рифа, что ли? А за счет плюс 2. А, ну да, риф. Ну давайте поставим кампус. Что в этом городе еще делать? Давайте здесь гавань. Я клетку могу купить. Я бы здесь гавань поставил. С другой стороны, мне нужно 2 банка, типа, для... Ускорение у меня нету. Не, ну я центр коммерции вообще-то в Новгороде могу сделать. Тоже. Я бы в Петропавловске-Камчатском гавань делал, а не центр коммерции. Так, Панамский канал зачем-то кто-то построил. Тупо. У нас осталось 9 ходов. Тут мы все исследовали. Каравеллы, реально. Смотрите, тут не проплыть. А, вот тут вниз можно, кстати, плыть. Давайте вниз. Отправим каравеллу. А, нам нужно... Нам точно нужно... Кругосветочка. Нужна. Но я не уверен, что я смогу... За 9 ходов. Ну там, в общем, выглядит как будто мало осталось. До кругосветки. О, какой-то город-государство стал.
кто? Кардифф. А. Видите, я сколько сейчас собирался прибыть и сломать лица варварам, но они превратились в кардифф. Варвары превратились в уэльсцев. Выглядит так, что мы должны вообще Самарканд чисто двумя армиями казаков взять. О, центры вещания у нас появились. Так, ну нам нужно их так, и нам Спингал вообще вернется, еще один ход. Центры вещания нам надо строить. Есть аэродром. Что у нас с алюминием? У нас Кронштадт прямо на алюминии стоит. И какой-то... А, и пригород на алюминии. Зашибись, нам даже обрабатывать не надо. Значит, мы идем, естественно, в улучшенную авиацию прямо. Через три хода у нас уже будут самолеты. Ну, наверное, ангар. Следующим ходом мы просто достроим Эрмитаж. Тоже хорошо. Никуда не хочу послов отправлять. Тут мы проатаковали, стоим. Тут мы тыгдымкаем, пытаемся кругосветку сделать. Кстати, лучше на море спуститься, потому что по морю они быстрее перемещаются. Кони, вон еще одна ГГшка. Махенджи-Даро. Ваши города получают полное жилье от воды. Ну, уже сейчас это не особо надо. О, тут камень не обработан. Кстати, его вырубить можно, я думаю. В этом случае как раз... Блин, извините. Наушнички, наверное, вам сейчас громко было. Задел микрофон. Прошу прощения. Так. Вырубить в Казани, чтобы быстрее будет аэропорт там построить. Мне почему в Казани важно? Потому что именно из него мы будем атаковать этих всех ребят. Пригород в Соликамске. Надо расти опять. Наверное, все-таки художественный. Не знаю, как-то... Художник скоро уже появится. У меня же больше некуда, да, в художественном нигде. Да. Так, давайте художественный. В Новгороде центр коммерции. Вот здесь я хотел. Как раз второй банк. Фабрика угольная. У нас каравелла все еще плавает. Ну, можно сказать, ее уже... Давайте я возьму над ней шефство. Какого мира, парень? Скоро ты умрешь. Как и ты. Ну, кстати, вот с Вавилоном не факт. Ему ж пофигу, да, наука. Но он, кстати, он не лидирует там. О. Чувиха хочет мне шелк дать. Давай на цитрусовые. Не, 11 вход. Давай еще серебро. Давай вот так сделаем. Да, вот так я согласен. Черепах фиг знает сколько на карте. Точнее, не фиг знает, черепах немерено на карте. О, еще я уже до этого угля добрался.
кстати, надо обрабатывать. Так, я его на камень... Не, надо на уголь идти. Все, следующим ходом Самарканд упадет. Ну, я думаю, что это лучше уже в следующей серии посмотреть. Давайте. Уже длинная эта серия получилась. Эти войны, подготовка к войне. Спасибо, что смотрите. Не забудьте ваши впечатления оставить. Так, у нас Акат. Акат не хочу я никак пересоюживать. Спонсоры канала могут уже сейчас попытаться найти продолжение во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!